Отдай, Господи!
Чтобы вы, слушая его, вместе с ним тоже
чтобы вы молились, братья и сестры. В этом заключается молитва, а не просто там что-то лайкнуть, что вам понравилось, и сказать аминь. Это тоже, конечно, безусловно, ради Бога можно делать, но все-таки меньше отвлекайтесь на это и больше молитесь вместе с нами. Теперь завтра, значит, 5-е воскресенье Великого Поста, святого Иоанна, Иоанна Лестничника, и завтра в 9 часов начнется божественная литургия святого Василия Великого. Братья и сестры, значит, все, кто сейчас слушает меня и затем по записи будут слушать, вы, значит, соответственно, братья и сестры, раньше встаете, да, не просто вы встали в 9 часов, включили телефон и лежа на кровати или на диване смотрите, что там отец Дорофей служит или отец Дорофей, отец Давид поет. Не так, братья и сестры, вы должны пораньше встать, умыться, приготовиться, одеться нормально, как бы вы собрались в храм, и ровно без 5-9 подключить все, что нужно, с тем, чтобы когда мы выйдем в эфир в 9 часов, вы вместе с нами, с учетом того, что я сказал, значит, как нужно вам молиться, в течение божественной литургии, она будет идти 1,5 часа, и чтобы молились с нами. И единственное, что еще предусмотрите, поставьте там около иконостаса, где вы будете молиться, скамейки, обычные скамейки поставьте, потому что есть те моменты, когда я вам буду говорить, что вы сейчас должны сидя слушать, да, то или иное чтение, или апостол, или мою проповедь. Есть моменты, когда вы должны стоя все это делать. Поэтому вот этот момент предусмотрите, дорогие братья и сестры. Можете, если есть такая возможность, если, значит, вместе с детьми, с братьями, сестрами, вместе с семьей. Всем вам Божьего благословения и ангела-хранителя, Аншатугилуха и Мубха, Шуткалазар, Машир Шуткалазар.